И только что мы получили кадры с брифинга в Министерстве обороны России, посвященного ситуации в Сирии. Нами получены дополнительные данные о причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Урум-эль-Кубра отрядов террористов, тесно связанных с Джабхат ан-Нусрой. Нам стало известно, что террористические группировки готовят провокационные удары химическими снарядами по позициям сирийской армии и жилым кварталам в восточной части Алеппо в целях обвинения в этом правительственных войск. Одновременно ухудшилась обстановка на севере Сирии, где подразделения вооруженных сил Турции совместно с подконтрольными им отрядами сирийской свободной армии продолжают проведение операции «Щит Евфрата». В ходе наступления вторгшиеся подразделения продвинулись в глубину сирийской территории на 10-20 километров и в настоящее время осуществляют восстановление боеспособности и перегруппировку. Минобороны и Министерство иностранных дел России по поручению президента Российской Федерации готовы к дальнейшему продолжению совместной работы с нашими американскими партнерами по сирийской проблематике. Уже в ближайшее время предусматривается направление российских экспертов в Женеву для возобновления консультаций с американской стороной в целях поиска возможных путей нормализации обстановки в районе Алеппо и Сирии в целом. Рассчитываем, что американские партнеры готовы к совместной работе.